Hello, с вами Лизон. Многим из моих подписчиков я всегда писал «Привет, извини, что возможно наедаю, можешь посмотреть мой канал, кидаю ссылку, просто я стараюсь оценить неком». Я это пишу, чтобы вы посмотрели на мой канал и чтобы оценили его, потому что я стараюсь оценить просто неком вообще, неком. Некоторые люди просто мне поддерживают меня, говорят, что ты молодец, старайся. Ой, спасибо вам, вы меня так поддерживаете, вот честно. А некоторые люди, которые я вам пишу, а некоторым людям, которым я пишу, они просто реагируют. А некоторым людям, которым я пишу, они просто реагируют вот так. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Ну, их тоже можно понять. Так, Виктория Алексеева мне пишет. Она говорит нет. Во-первых, незнакомый человек. Как это незнакомый? Ты же Алексеева. Виктория Алексеева. Как хочешь, я не заставляю. Ох, прям такой уж, ой, ты чё прям. Во-вторых, Влуд. Ну, я как бы Алексей. Так что... Во-третьих, пока. Ой, дальше мне пишет Анастасия. Она написала «Привет, извини, что, возможно, наедаю». Она написала «Я посмотрю, поставлю лайк». И смайлик. Хе-хе. Спасибо большое, буду рад. А ты симпатичный. И такой смайлик. Я этот как его. Шучу, нет. Елизавета пишет. Извините, вы кто? Пишу. Хлопец. Ну как бы хлопец. Ну, хлопец. Диана пишет. Я смотрела твои видео и мне жаль па. Что с этих слов можно понять? Ну, я смотрела твои видео. Мне жаль па. Па. Сын мой. Что такое па? Ну, я написал. Пинятно. Она потом на следующий день мне пишет. Я ж сказала тебе. Мне жаль, я смотрела твои видео. Они классные. Па. Радуемся на своем веку. Я такой написал спасибо. Типа, видео понравилось, значит, спасибо, надо благодарить человека. Не, я понимаю, я сам-то пишу не очень грамотно. Но, блин, что такое па? Написал спасибо, па. Может, она сатанистка? Привет, извини, что, возможно, да, и пишет, иди в жопу. В жопу. Марина пишет. Привет, а ты кто? И про что канал? Меня все просят оценить их канал. Я оценю. Пишу спасибо. Буду рада дружить. А если тебе понравилось, ролик, тогда ставь лайк, подписывайся на мой канал и до скорых встреч. Всем пока.